Всем привет! Вы на канале «Домашнее подворье. Прибыльное хозяйство». В этом видео поделюсь с вами, как проверяю яйца на оплодотворение. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться. Впереди много всего интересного. Общаясь с людьми, вижу, что в данном вопросе у многих встречаются трудности. Также встречаются такие вопросы, как: когда можно закладывать яйца от молодых кур? Будет ли потомство от кур 3-4 года жизни? Можно ли закладывать яйца на инкубацию зимой? Так или иначе, чтобы все получилось, яйца должны быть оплодотворены. Предлагаю вспомнить школьный курс зоологии. Я точно помню, как мы рассматривали сложное строение яйца, желток и загадочный бластодиск. Учили-учили, но так и не объяснили. Потому что этот бластодиск или зародышевый диск и есть то, с помощью чего можно определить, оплодотворено ли яйцо. Свежему яйцу нужно дать минимум 3 дня для проверки бластодиска на оплод. Раньше может быть плохо видно. Разбиваем яйцо и отделяем желток от белка. Так будет лучше видно. Находим на поверхности желтка более светлую точку. Она около 2-3 мм в диаметре. Есть два состояния этого бластодиска. Первый — плотная точка. Это неоплодотворенное яйцо. И второе — в виде буквы О. Это оплодотворенное яйцо. В дальнейшем в этом месте начинает развиваться зародыш. Но если для определения оплодотворенности яйца его необходимо разбить, как получить тогда цыпленка? Увидеть бластодиск, не разбив яйца, невозможно. Когда же удобно применять данную технику? Просто как маячковую проверку, выборочно несколько яиц. Можно проверять молодую и зрелую племенную птицу. Этот способ выручает, когда у курочек и петушков разные сроки созревания. Контроль инкубационного материала в любое время года. Этим способом можно легко, доступно, без специального оборудования и быстро проверить яйца. И второй вариант определения оплодотворенности яиц – это инкубация или наседка. Вот и весь секрет. Оцените видео. Делитесь своим опытом в комментариях. Спасибо за внимание и до новых встреч!